Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые поклонники волейбола. Через несколько минут начнется очередной матч регулярного чемпионата Пари Суперлиги среди мужских волейбольных команд, в котором «Газпром Югра» в Сургуте примет действующего чемпиона, обладателя Кубка России, команду «Зенит Казань». И смотрим за подачей центрального игрока. Очень здорово силовая. Она под собой, над собой подбивает этот мяч Иван Скворцов. И Родичев тяжелейший мяч снимает. На вас пришли посмотреть люди. То есть покажите себя, покажите свое лицо. Да, они сильнее, но поборитесь за каждое очко. И на табло уже в конце матча можно будет посмотреть. А пока вот с этой темой не очень у сургутян получается. Дмитрий Волков очень здорово пришел Романовский. Щербинин, прошу прощения, в составе 14. В этой игре, во всяком случае, нет. Иван Каратаев, который был просто выкуплен у московского «Динамо». Давайте. Да ничего не делать. Просто такую же свою подавать. Тогда может что-то и получиться. Сейчас тяжелый мяч будет снимать Алексей Рудичев. Алексей Рудичев, Волков страхует на задней линии. Макс Михайлов, скидка. Здорово играет в защите нагаец. Сейчас Родичеву чуть поудобнее. Отработали сургутяне. Отработали сургутяне. Получили атаку первым темпом, но за защиту аплодисментов они заслуживают, вне всякого сомнения, хозяева площадки. Ну, здесь уже на знак прием, ну... Да, 2 балла. 2 балла, конечно. И сейчас прямая замена связующего игрока. Вместо Жиганова появляется Кириллов. 20-14, Лабинский на подачу у Казани. Укорачивает. Здорово укорачивает Михаил Лабинский. Здесь Скворцов с этим приемом не справляется. 21-14. Тайм-аут берет Рафаэль Хабибуллин. Забивает Раджаб. Забивает Раджаб. Здесь нагаец хорош в приеме. Подача вновь была весьма и весьма хороша. Нереально. Очень много было упущено. Именно за счет хорошей силовой подачи казанского «Зенита». Но Родичев выбивает. Выбивает свои подачи из приема. Смягчает первый темп. А вот против первого темпа Казани здесь вариантов у сургутян не нашлось. 23-15. Ну, отловил. Отловил Романовский своего визави. 25-15. Пока печально для «Газпром Югры» первый сет завершился. Но посмотрим за борьбой в следующих партиях. Вот этот человек, один из лидеров сборной России. Блестящая подача Раджаба. Очень здорово, так технично. Леворукий игрок так выкрутил он этот мяч в линию. Здесь и Михайлов помогает. Отведенный мяч. На двойном блоке трудится Лабинскому. Но Лабинский хорош. Хорошая высота. Ну и передача была неплохая, да? Отыгрывается от блока. Здорово Раджаб. Все технично. Здорово сделал диагональные Щербинин. Но тоже, конечно, он имеет право на риск. И будет свою силовую выполнять. Красиков принимает этот мяч. Родичев на одном блоке хорош. Там не самый выдающийся блокирующий, конечно. Нет, не будет атаковать Макс Михайлов, потому что прием. Никаких других шансов Евгению Рукавишнику этот мяч сыграть не оставил. Нет, даже силовая Курбатова для принимающих на максимальном риске эпизод в пользу своей команды решил. Романовский еще одну сумасшедшую подачу. Родичев принимает. Красиков на одном блоке. Ну, такие мячи нужно забивать.
вне всякого сомнения. Но вот брейковый шанс у Казани, который реализовывает Максим Михайлов без каких-либо вариантов на одном блоке. Очень хороший рывок на его подачах. Казанцы организовали. Раджаб здесь и забивает. Забивает хорошо. По линии здорово играет Раджаб. Тяжелый мяч снял Алексей Рудичев. Вновь здесь Максим Кириллов. Есть один. Я думаю, что других вариантов нет, только один. Да, то есть уравнять бюджеты команд, если там в Казани там бюджет там в 4 или в 5 раз выше, чем у Сургута, но о чем тут можно говорить. Щербинин здорово разобрался. Нестархуемая совершенно зона была. Так, а когда, собственно говоря, она была удержима? Еще одна хорошая подача. Так, в зону конфликта без атаки остаются сургутяне. И Рукавишников решает. 25-17. 2-0 впереди по партиям «Зенит-Казань». Скидка не прошла у Лабинского. Раджаб, но не прошла и у него. Макс Михайлов тут как тук. На правах первого темпа уже Макс Михайлов здесь атаковал. Тяжелый мяч для Родичева. Продолжается этот розыгрыш затяжной. Здорово играет в защите Нагаев. Раджаб решает. Но 5 баллов за этот эпизод Нагаевцу. Еще одна хорошая подача от Романовского. Вновь тяжело будет. Вообще без атаки. Без атаки остаются хозяева площадки. А вот Лабинский через руки блокирующих. Здорово сыграл в защите Нагаец, но... Не получилось второе касание у сургутян. Здесь, понятно, максимально пытался затруднить Максим Кириллов, но здесь его тезка по фамилии Михайлов. Ну, узкая передача, но через руки блокирующих в третьем сете. Вот Макса Михайлова блокируют сургутяне. 4-7. Подтягивается сургутяне к своему сопернику в счете в третьем сете. Раджаб, и это эйс Раджаба. 7-7. Так вот такая серия подачи Раджаба с двумя эйсами. И счет уже равный. И тайм-аут едва ли не первый в этой встрече. Тайм-аут берет, тренерский тайм-аут берет Алексей Игоревич. Так, еще и центра здесь заставил поучаствовать в приеме. Ошибается Макс Михайлов. 8-7 впереди «Газпром Югра». Дмитрий Щербинин подает в Родичева. Родичев принимает на знак. Макс Кириллов здесь чудит на сетке. И то же самое делает Евгений Рукавишников. И Иван Каратаев, четвертая зона, снимается. 10-9. Казанцы в максимальные такие отрывы уходили. Обмочаев принимает над собой Раджа в четвертой зоне. Здесь не лезет. Не лезет просто. Просто скидывал Раджаб, но...
Очень тяжелый мяч снимает Максим Михайлов. Здесь это Раджаб отыгрался от блока. Вновь сделал это весьма и весьма технично. В свете того, что происходило раньше, мы их просто озвучивать не будем. Подождем официальных заявлений от клубов, пока Романовский забивает. Не получилось, казалось бы, атака у казанцев, но вновь здесь сургутяне начудили в атаке. Замена связующего игрока произошла. Вместо Кириллова появился Жиганов. Посмотрим, останется ли он. Дальше и неплохую подачу подает Вадим Жиганов. Но здесь в четвертой зоне Максим Михайлов. Здесь расстановка и выход из первой зоны у Казани решается на раз, два, три. Потому что у них Максим Михайлов есть. Как Петр Первый в Санкт-Петербурге. Сумасшедшая подача Дмитрия Волкова. Родичев поднимает в защите, но тяжело. Тяжело. Вновь сургутянам тяжело. Над собой поднимает этот мяч Жиганов первым касанием. А вот Раджаб хорош. Раджаб хорош. Сегодня Раджаб хорош. Понятно, что ему тоже сложно. Его ждут, к нему готовятся. Ну, скидка удается Максиму Михайлову. Казань, спасибо за мастерство, за уроки преподанные, да, которые реально послужат для дела, для Сургута, для его развития волейбольного клуба «Газпром Югра», вот этих игроков, которые находятся на площадке. А сургутянам удачной работы. Удачной работы, удачной работы над собой, удачного развития. Да, все-таки мяч за казанским «Зенитом». Поздравим гостей с победой. Пожелаем им, повторюсь, всего самого доброго. Ну, а сургутянам удачной борьбы в плей-офф. И будем надеяться на лучшее. Всего вам доброго и до будущей победы, друзья.